Здравствуйте, товарищи. А как, собственно, слегка подрегулировать средства измерения инструмента от компании Blume в случае, если измерение происходит с погрешностью? А вот так. Залезаем в документалово к вашей системе и ищем информацию о том, какая программа является главной, в какой, короче говоря, задаются настройки для циклов измерения. Вот тут сразу видно, чтобы обеспечить вариабельные измерительные циклы, во вспомогательной программе 9916 включены постоянные. Она-то нас и интересует. Смотрим, какие макропеременные отвечают за позицию датчика. Вот, красиво все расписано. Решеточка 111, координата по X, это все в машинных координатах, если что. Решеточка 112, координата по Y, решеточка 113, по Z. Нужная инфа получена. Для изменения циклов или подпрограмм Blume необходимо удалить защиту от записи параметров 9000+, для чего в System находим параметр 3202 и ее четвертый бит, не 9, должны приравнять нулю. Вот теперь защита от записи для программ 9000+, не активна. По аналогии тут есть не 8, нулевой бит. Он для 8000+ плюс программ, так, к слову. Далее мы должны были бы влезть в программу 9916 и корректировать макропеременные со 111 по 113. Но наглядного примера у меня нет, поэтому проделаем то же самое для ПО другой версии, для которой программа с настройками 9671, а макропеременные, которые необходимо настроить, 604, 605 и 606. Тут у нас вообще лазер, но смысл не меняется. Например, врет у нас датчик на десятку по вылету инструмента, поменяем значение, которому присваивается решетка 606 тоже на десятку. Плюс или минус неважно, после следующего измерения будет понятно. Итак, измеряем инструмент, и если погрешность стала выше, делаем противоположное действие в двойном размере. И если погрешность снизилась, либо оставляем настройку в покое, либо продолжаем, пока значение погрешности не станет ниже желаемой. За 2-3 итерации обычно в сотку можно попасть. С измерением радиусов и диаметров примерно так же. По какой оси инструмент едет при измерении, такую макропеременную и настраиваем. Повторюсь, у Blume менять необходимо под программы, а не же циклы. Не так, как у Renishaw, у которого макропеременные сохранены во вкладке «Макро», и циклы подсасывают данные из этих макропеременных. Вот так несложно можем скорректировать настройку Blume. Добра вам и до свидания.